самое главное интересное, что договор не дается на руки. Когда я пытался, я говорю, ну дайте мне его почитать внимательно в другой комнате. Нет. А вдруг вы его сфотографируете? Я говорю, что это совершенно секретный документ, что я не могу его почитать спокойно, чтобы запомнить все. Я об этом узнал сам лично, когда такая же девушка приходила с чемоданом. Переломана, перебита. Это следы того самого. Терентьев ударил в лицо меня. Я ударился головой об стенку, потерял сознание. Когда пришел в себя, Терентьев стал меня бить ногой.